Наш народ виноват. Мы, некоторые из нас, некоторые нет, любят быстро приготовить. Принцип мы любим, да, чтобы быстро, сразу и сердито, чтобы. Отец, я опаздываю сейчас на работу. Вы ешли лахац дам. И у меня есть давление. Азбавакаша, безман шани олех мекос кафе лерехев терапевти. Так что пока я завариваю себе кофе и дойду до машины, чтобы за это время произошло исцеление. Хорошо? Ты записал? Понял? Да? Ешлану яхас и мелухим бацуракозу. У нас есть примерно такие отношения с Богом. Аба шамата? Ты слышал? У нас хорошие отношения, слушай. И маталё шамата не шлах лиха ватсап. Если в случае чего ты плохо слышишь, да, то я тебе пошлю по мобильнику в WhatsApp. О максимум они асе тохнаш и шлах лиха в WhatsApp. Или я сделаю такие отложенные сообщения, когда ты закладываешь, оно вовремя отсылает туда. Но 3 часа молиться? Они хочет, что нахну муханим ламут бимком. Я думаю, что мы быстрее предпочтем склеить ласты, чем 3 часа молиться. Я вам говорю, вот так. То, что мы есть. Посмотрите в нашу книгу, любимую. Почему весь наш народ все время они кричали на Моше? Дай нам это, прямо сейчас. Акшав. Шалом Акшав. Ман Акшав. Акшав. Ману Акшав. Ман Акшав. Акшав. Сейчас. Ман Акшав бетам шел гамбургер. Сейчас, чтобы это был вкус гамбургера, чтобы да. Они хочет, что нахну церхим. Пастор Сонг, stand up, please. Make this like these hands, please. Pray for us that we can with patience pray to God. Now pray. Сейчас мы выйдем отсюда молящимися в течение 3 часов. Они бекашмена шуит палель ше елану савланут. Ты поближе к нему. Лит палель элухим. Все, сейчас это будет. That we will have patience. We are a nation without of patience. We want now, not after 2 hours. Now. You know why? Because he chose us. Yes. Нахну руцы макшав кью бахарбану. Нахну. Ну у нас интернет быстрый. Ну чё? Тит палель ше ела ну patience. God's war. It's a ribbing God. Proclaim for us. Matana, gift of patience. So let's pray all together. Yeah. Heavenly Father, I pray for all this your people Небесный here. Небесный Отец, я молюсь за всех сидящих в зале. Please heal your power. Дай твою силу. Your powerful authority and more. Авторитетную молитву. Give them each people, all of these people. Каждому. And the blessing, благословение. Blessing with your powerful healing power. Благословение и сильную молитву, молитву в силе. Amen, amen. Give them more powerful, like Saint Paul and. Как Павел, чтобы были. Disciples. И как ученики еще. You gave them power. Силу. Amen. Он все равно о терпении не молится. Он молится, чтобы please. Было. Please. Amen. Молится о том, что им надо. Правильно, я согласен. Please, blessing and keep your power all these people. Amen. All these people. Amen. All this church. All this even young people, give them more your powerful with preaching так healing. Amen. 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 Сила, 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 сила.
give them powerful and the blessing power. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Амсамида, туда раба. Анахну ам мишуга, не умер лахем. Мы народ чемпионы. Анахну ам мишуга. Ну, а все чемпионы немножко ку-ку. Анахну бэмет, анахну рут килу. А есть лану кешер элухим килу казе. А-а-а, бокер тов. У нас есть такая, типа, отношения с Богом такие. Папуля, маниш мухес. Машу ахер они коре бакитвей кодиш. Но в Писании я что-то другое читаю. Ну, некоторые... Шейлухим язор лану. Чтобы пусть Бог, он поможет нам. Они хоше... Лёс там катув, ше... Атхалат коль дерех зе ират Адонай. Не зря написано, что начало всякого пути – это страх Божий. Если у нас есть страх Божий, а за нахну омрим ле эйн зман эйн, то тогда наши нехватки времени, мы говорим, нет такого нехватка времени. И у нас есть достаточно терпения, чтобы стать, успокоиться, молиться ему и ожидать от него. И прикоснуться и ухватиться за это. Я молюсь, Господь, чтобы ты дал каждому дар, этот дар такой. А тем юдим, что акшав машу килу коль шана машу миштане зману фехлет ютер ва ютер маир. Вы знаете, что со временем время убыстряется. Они зухерех леорим шили, а я гина гдула. Я помню, у моих родителей был большой сад. Ве ло яет михонат и буш, мадиях килим, ве шар шар адварим. И у нас не было вот этой вот машины, которая там сушилки или там всяких приспособлений. Михонат. И они в 6:30 возвращались с работы и потом успевали сделать свой сад. И у них было еще время оставалось, чтобы посетить своих родственников. Но мы вся наша жизнь под заголовком «Нет времени». Вы чувствуете это? Это как бес? Это как бес. Зек мошед. Как бес. Нет времени. Упашут минасе лишагеотано. Который просто хочет и пытается изо всех сил свести нас с ума. А вино ще пошамаем. Тазор лану. Ликаем мицва шел Йешуа Машиах. Помоги нам исполнять заповедь Йешуа Мессии. Выход мят мицвот шело за яказу. И одна из его заповедей была такой. Тиканес лехадреха. Зайди в свою комнату. Тинале тамануль. Закрой за собой дверь. Ветихапес титпалель. Титкарев ля вину ще пошамаем. И ищи, и приближайся, и ищи его, Отца нашего, который на небесах. А тем юдим, ам кореяне. Вы знаете, корейцы, знаете, они очень продвинутые ребята. И гам Samsung, Hyundai, Samsung, Hyundai, и Шмундай. А тем людям мазе, хевре. Вы не знаете, что это? А тем хочешь Samsung за рак телефон? Вы думаете, что это только телефон Samsung? За хеврах я накид баулам шебона. Это самая большая компания в мире, которая что строительная. Компания. И самая большая компания, которая строит суда. И это вот побочный продукт. Все это. Эмасуким. Они заняты тем, чтобы продвигать это. Вешлаем гам, коля хинух, коля. И у них есть образование. Коля мада, замифутах мед. И наука, все это очень в продвинутом виде. А валь эмлам дулит палель. Но они научились молиться. Эмборхим ле хард фила. И у них есть гора молитвы, и они бегут туда. Эмолхим ле шама, вемит палелим шаот. И молятся там часами. אנחנו בכלל לא זה. И мы совсем нет, у нас нет горы.
Элохим натан леам Исраэль матана лагат шамаем. И Бог дал народу Израиля дар прикасаться к небесам. Аваль шедазе башем кафе на мес. Кафе? Кафе на мес. Нес кафе. Вот этот бес под имя, у него другое имя, быстро растворимый кофа. Они цохет аль кафе. Но я смеюсь, понимаете. Они медабыр аля зэ шанахну руцим акшав. Я говорю вот эту вывеску, я хочу сейчас, прямо сейчас. Сейчас. Зэ монэме итану. Это препятствует нам. Лирот яды лугим бэхаейну. Видеть руку Божью в нашей жизни. Бо нагие ледва радуна якшав. И давайте мы обратимся к Слову Всевышнему. Авину шебешамаем. Отец наш, который на небесах. Дай нам сейчас уши, чтобы слышать. Агав, они, акшмаши амарти, амарти гамки ураа. И то, что я сказал тоже как провозглашение. Наставление. Наставление. Они ми од мация лахем. Бамиухат шееш улай миревод бифним. Я очень советую вам, особенно когда внутри вас есть всякие такие неулаженные вопросы. Улай хосер сипук. Может быть, неудовлетворенность. Улай бахаей мишпаха. Может быть, в вашей семье. Улай бияхаз им иладим. Может быть, в отношениях с детьми. Улай бебриют шелахем. Может быть, со здоровьем. Улай бияхаз ле... Мишу бакигила, убихляль бакигила. Может быть, с кем-то из общины. Аз улай бимком инстант кафе, кафе на мес, мияд лагив, улай нельмад лит палель. Может быть, от этого, от этой вывески хотим сейчас, мы все-таки научимся терпению, чтобы молиться достаточно времени. Велирот яд Элохим. И видеть руку Божью. Яков омер лану, меот барур. Яков говорит нам. Ше леми ше хасер хохма. Кому не достает мудрости. Ше итпалель баэмуна. Пусть молится с верой. Барикуз. Сосредоточенно. Эмуна варикуз зе машу мишутав. Потому что сосредоточение и вера – это что-то совместное. Аваль рикуз бли лагиш зман велитракес и в шар зелёвэд. Но невозможно сосредоточиться без того, чтобы приложить к этому время, приложить, успокоиться. Литрахек миколь балаган шел хаейну. Удалиться от всей суеты нашей жизни. Атем шамимоти? Вы слышите меня? Роцим чувот мишамаем. Хотите ответы с небес? Тимци узман лит палель бамируказ. Найдите время сосредоточенной молитвы. Парашат шавуа Экев. И недельное чтение Экев. Баэцем анахну руим. Эх Моше мамших лахриз. Мы видим, Моше продолжает провозглашать его наставление, наследие для народа Израиля. Он собирается уйти. И весь народ слушает. И из-за того, что я не был на прошлой неделе здесь, אני לא מתחיל מפרשת שבוע עקב אלא רוצה להגיד שיעור ראשון על משהו שקראנו בפרק 9 בפרשת שבוע ויתחנן. Я хочу первый урок сказать из недельного чтения ויתחנן, из 9 главы. ויש שם משהו אדיר שבעצם מוכרז הכרזה מאוד מפורסמת שמה ישראל. И там вот это вот самое знаменитое провозглашение Израиля, слушай Израиль, написано в этой главе. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Слушай Израиль, Господь, Бог наш, Господь один есть. Веешам коля ахразазу. И там все это провозглашение. А за ней акшав руцел отец шиур аль шма Исраэль. И я хочу, это второзаконие, 9 глава мы говорим, я хочу дать первый урок о Шма Исраэль. Слушай, Израиль. И заголовок этого урока. Тивдок этот смеха. Проверь себя.
בעצם אנחנו כבר התחלנו עם השיעור הזה, עם מה ששמענו מאח שלנו. В сущности, мы уже начали с этим уроком, начало было положено нашим братом из Кореи. Тבדוק את עצמך. Проверь себя. אנחנו יודעים שבכתבי קודש יש מלא מצוות. Мы знаем, что в священных писаниях есть множество заповедей. В мицва זה דבר שאלוהים אומר, תעשה ויהיה טוב לך. И заповедь это когда Бог говорит, делай так, и тебе будет хорошо. Кто-то слышал, сколько заповедей есть в Писании? Окей, а затем юдим. 613. Аваль, кило ифшар лихалек отам. Можно чуть их разделить на более мелкие детали. Беавана иудит. Вы знаете, в еврейском понимании. Умрим каха. Так говорят. Безман шела Моше, а моя маспик рагиш ле Элохим лишморет коля мицвот. Во времена Моше народ Израиля был способен и чувствителен к тому, чтобы исполнять все 613 заповедей. Я не могу сказать прям точно, что это именно так было. Но что-то интересное мы учим из Писания. Им зман. Со временем. Аншей эмуна, манхигей шел Исраэль. Невиим. Люди веры, лидеры Израиля, пророки. Тами даю самим дагеш аль миспар мицвот ютер, аль хелек шел мицвот ютер мешар ахерим. Они больше акцентировали какую-то часть из заповедей в сравнении со всеми остальными заповедями. Аз леумаче бетура еш 613 мицвот. Несмотря на то, что в Торе есть 613 заповедей. Ледугма анахну ломдим ше безман шел мелех Давид. Мы учим, что во времена царя Давида. Кшеу ая михабер дварим бияхат. Когда он соединял тексты вместе. Аз ледугма ба мизмор 15. Например, в 15-м псалме. Умадгиш 11 мицвот ке хазаким ве хашувим ютер. Он отмечает особенным образом 11 заповедей как наиболее сильные и наиболее важные. Ве умер ше бен адам ишмор аль дарко. И чтобы он говорит, чтобы человеку надлежит хранить свой путь, шомер цедек, чтобы он наблюдал за праведностью, дибер эмет, довер эмет, чтобы уста его изрекали правду, шеуло ишакер беолам, чтобы никогда он не позволял словам лжи выходить из своих уст, незек лераэу, чтобы никогда не позволял себе наносить ущерб ближнему, шемалве леах блиахузим, чтобы он никогда не давал в рост денег брату своему. Малве кенава лобе ахузим. Одалживал. Деньги можно дать без процентов. Или подарить. Поэтому ба мизмор миспар хамешрим дубар хадисре дварим каэля. Короче, 15-й псалом, там говорится об 11 вот подобного рода заповедей. Базманим шел Ишайягу. Во времена пророка Ишайягу. Неви Ишайя ба перек 33. В 31 главе пророк Исаия говорит. 33 главе. Ишайя мактин камут амицвот ахашувот биютер ад шеш. У Исаии он видит 6 наиболее важных заповедей. Ахарках анахну руим ше миха, неви миха. Мы видим потом пророк Миха, Михей. Атем зухри Миха 6, там катув о адам, ма дореш мимха элуим. Вы помните, в 6 главе пророк Михей говорит, о человек, что требует от тебя Господь? Ву мактин миспар мицвод ад шалош. И он уменьшает количество заповедей, наиболее важных, до 3. Омер, тасе мишпат рауй. Он говорит, твори должный суд, праведный суд. Тие бен адам рахман. Будь милостив. Ве тасе тов ле анашим. И делай доброе людям. Векши анахну ле дугма роим эт Йешуа мидабер аль Тора. И когда, например, мы видим Йешуа, когда он говорит о Торе, азумер коля Тора, за этим штемит свод.
Это Иешуа сокращает наиболее важные заповеди до количества двух. Ахавте Элохим Адонай Элохеха бекол левавеха ветраэха камоха. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего как самого себя. А затем руим тамид еш ифшарут олахтин олагдил. Так что вы видите, всегда есть возможность расширить число заповедей или как бы сконцентрировать их. Но вот сейчас, для примера, мы учим Шма Исраэль, слушай Израиль. И здесь есть практическое указание для нас. Ребята, сейчас я говорю о практических вещах. Мы не говорим о теориях, о теологиях и прочих таких вещах. Я говорю, что это слово Всевышнего сейчас для нас. Примерно, хотя бы минимум на неделю. Через неделю встретимся, еще подумаем, что там дальше. Но вот Шма Исраэль, слушай Израиль. Есть несколько пунктов. Четыре пункта у меня есть. И в книге Второзакония, в 9 главе, это написано. И поэтому мы, как народ Израиля, его народ... Как? Вот у меня холодно. Холодно уже? Да нет, попробуй, нормально. Мы видим лиха от. Мише магия лебама, магия ло экспрессо хам. Стакан кипятку. Катувкан. Здесь написано. Арбани кудот бишвилейну. Четыре пункта для нас. Ам сгула. Избранный народ. А ты видишь, мазе сгула. Знаете, что такое избранный? Сгула, мила сгула. Слово сгула. Зекмо дворим якарим. Это что-то очень ценное. И когда написано в Писаниях народ избранный, это что-то, что Бог хранит рядом с сердцем. Так вот, избранному народу он говорит так. Это народ, который не любит много, долго ждать. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть. Я сейчас не хочу устройство Бога исследовать. Я вообще считаю это не достойным занятием. Ки катув ба мицва хашния, аль тиштамеш шем Адонай лешав. Потому что вторая заповедь говорит, третья, кажется. Вторая, ну третья, не важно. Третья, четвертая. Не вспоминай имя Господа в суе. Аваль, кекшнашу шумим шма Исраэль Адонай Элохейну Адонай Эхад. Но когда мы говорим, слушай, Израиль, Господь Бог, Господь один есть. И когда мы думаем о раскрытии священных писаний, это Бог, который послал нам своего сына, который превратился в дверь для нас, чтобы мы могли войти. Через него мы можем войти внутрь. Внутрь действия Духа Святого. Это все. Это то, что он хочет, чтобы мы хорошо себе понимали. В смысле, с точки зрения доктрин разных всяких, думайте, как вы себе только хотите. Вы знаете, когда человек по-настоящему голоден, он не принимается подсчитывать всякие количество калорий там, и прочие всяких дел. Аз тираевле Элохим. Просто будь
жаждущим по Богу. Слушай, Израиль, будь голоден по Богу. Вторая вещь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всей крепостью твоей. А ты мелим за милай хад михаберет таколь за маамац. И вы знаете, одно слово, которое все это соединяет в себе, это усилие. А ты мелим лифамим. А ты мелим мазе паранойя. Вы знаете, что такое паранойя? Что когда человек, он беспричинно начинает всего бояться. И он может все еще управлять, не может управлять теми мыслями, которые атакуют его. Я не говорю о таком человеке, который уже нуждается в психиатре. Я говорю о нормальном человеке, который также любой из нас может вдруг получить вот эту атаку параноидальную. Кто-нибудь переживал, вдруг страх нам падает на вас? А, рак хамиша анашим? Ну? А, куля, рубейну, нахон? איך אנחנו יכולים לעצור את זה? Как мы можем это остановить? אנחנו עושים מאמץ. Мы предпринимаем усилия. אנחנו גוררים מחשבה הזאת החוצה. Мы отстраняем мысль, которая нас атакует. ואנחנו מנסים להתרכז על משהו חיובי. И мы пытаемся сосредоточиться на чем-то позитивном. אם אנחנו חזקים בדבר הזה, זה עובד. Если мы достаточно крепки в этом, то это работает. Так вот, Бог дает нам заповедь. Он говорит, у тебя будут всякие разные мысли в твоей голове. И эти идеи будут умножаться и умножаться и умножаться. И, пожалуйста, учи и то, и другое, и третье. Но первое твое и самое главное стремление, сосредоточенность и усилие, которое ты принимаешь, я сосредоточен на тебе, Господь. Если мы научим себя этому упражнению, тогда мы научимся пребывать в мире. Может быть, ты на работе. И босс твой босс, он кричит на тебя. И все твои клиенты просто выходят из берегов. И твоя жена или твой муж вдруг сегодня почему-то не в самом лучшем расположении духа. Но если ты сможешь схватить вот эту точку, Господь, Отец, я сосредоточен на тебе. Я в первую очередь люблю тебя. Ты увидишь, как Бог, то есть мир от него распространяется в твоем доме, и ты увидишь, как он влияет на окружающих. То есть возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей. Это твое усилие. ונקודה שלישית בשמע ישראל. И третий пункт в Шма Исраэль. ולימדת לילדיך. И научи сына твоего или твоих детей. אם אתה נשארת רק אתה עם כל החוכמה הזאת. Если ты сосредоточен на Боге и все это остается только при тебе. הצלחת רק ב-30%. Ты преуспел только на 30%. Это недостаточно. Так что проверь себя.
Действительно ли ты делишься с тем откровением, которое ты получил, о том, чтобы сосредотачиваться на Боге, со своими детьми? Проверь, действительно делаешь ли ты это. The practica, это очень практические вещи. Действительно, ты делишься, ты учишь их этому. Не теоретически. Или... Гам дугмаот миа танаха, валь дугмаот миа хаеха. Ну, конечно, ты приводишь места из Писания, примеры из Писания, но прежде всего они смотрят на тебя, на твою жизнь. Никуда ревит. Четвертый пункт. Векашарта, по катув башма Исраэль, векашарта ле ядеха, ле бамецах шелха, весамта ле длатеха, мизуза. Повяжи знаки на двери, на правой руке, на... Неважно, на левой. На левой руке твоей, на, над глазами твоими. А ты видим, сим симаним алелухим бе свив хаеха. То есть, такие флажки и знаки, напоминающие о Боге, как ты, которые ты расставляешь в своей жизни. Анахну квар искарти эдзе айом. Я уже вспоминал об этом сегодня, что наша жизнь превратилась в что-то очень быстрое, что невозможно рассмотреть один другого. И сегодня мы нуждаемся гораздо больше, чем наши отцы. Ки мелем лавшу это талит азе кмо бегет хицони. Они вот талит, вот это, они носили просто, это была часть одежды, внешняя одежда. И сейчас этого нет. Азулай тахнис ле пелефон шелха тохна. С цицитом? Ло, тохнис... Слушай, это район то? Рак-рега. Тахнис тохна. Так вот, возьмите себе свой телефон и туда скачайте программу. А ты видим, есть тохна, ше маскира лахем лишь тот космайм. Вы знаете... Есть тохна. Есть тохна. И вода тоже течет оттуда? Ло. Есть тохна. Вау. Слушайте, оказывается, есть программа, вы скачиваете ее, и она вам лично напоминает, что вы забыли попить воды. И наливает. Мизухер это... Есть тохна. Ну. Тасумашу, шетаскир лахем. Сделайте, короче, напоминалку, которая вам будет напоминать. Помолиться, та-да-ла-ла. Анахну скуким айом лезе. Мы нуждаемся в этом. Абинадам афах льет халаш. Человек стал слаб. Кшата ба бамидбар. Когда ты в пустыне, ואתה יוצא מהאוהל שלך, и ты выходишь из своего шатра, ועומד שם עמוד ענן ואש, и там ты видишь столб огненный и облачный, אז אין לך ברירה. И у тебя нет другого варианта, как поклониться и помолиться. אבל עכשיו אתה לא יוצא ואתה לא רואה את הענן הזה. И сейчас, когда ты из своего шатра выходишь, ты не видишь. И если ты натренируешь своего внутреннего человека обращаться к Богу, ты увидишь, как это становится благословением не только для твоей жизни, но это распространяется вокруг. И никуда хамишит. И пятый пункт. Бешма Исраэль. Шма Исраэль мы рассматриваем. Когда ты зайдешь в землю, которую обещал отцам вашим, и преуспеешь в ней, аз гамаль, тогда не забудь обо мне. И у нас есть такая склонность. Когда я Оле Хадаш, о, кше они зуг цаир, или я молодожен, о, они рак юце ми университа, или я только что вылупился из университета, ве они закук ми изра, ли изра ми шамаем, и я прямо вот сильно-сильно нуждаюсь, чтобы меня вели, чтобы небеса руководили мной. Аба. Отец, ли помоги мне найти хорошую работу. Аз, ата митпалель. И ты молишься. Но когда ты уже зашел в обетованную землю,
И ты уже так устроил себе основание, все хорошо. Есть сакана гдола. Есть очень большая опасность. Шетимца элухим ахерим. Что ты найдешь других богов. Акшав анахну оврим лепарашат шавуа экев. И вот мы переходим к недельному чтению Экев, сегодняшнему, которое мы читали. Вепо анахну квар карану. И мы уже прочитали здесь. Ани хозер кама милим. Я напомню вам несколько слов. По-русски. Я могу и по-русски. Эфуэкев барха. Если же будете повиноваться этим законам, если будете строго соблюдать и исполнять их, то и Господь Бог будет верен, а если нет, то им тишмиу. Тем юдим за шиур шини ляйом. Это второй урок на сегодня. Вегам за легамре практи. И это очень практическая, совершенно практическая вещь. Они рутся это хем практи, монахну рутим льет, а нашим ютермацлихим. Если мы уже хотим быть практически успешными, я хочу вам давать практические вещи. Кшелухим яцар это улам. Когда Бог сотворил этот мир, у яцаро то меот хахам. Он сотворил его очень мудро. Вы они нутен лехем миллион ахуз. И я гарантирую вам на миллион процентов, мада модернит, что современная наука, афилу лехаци ахуз лёйкира эт хохмат элухим байецират аолам. Современная наука даже на 0.5% не углубилась в мудрость Всевышнего. Эм омрим, ше эм рак бе 3% ламду эх бануй океанус. Они говорят, что примерно на 3% исследован океан. За коль штует. Это глупости. Кцат ламду. Ну, чуть-чуть Элухим бана коль бахохма шмимит шело. Бог сотворил все своей небесной мудростью. Веколя улам бануй аль принцип ше ухраз гамба тура гамба брита хадаша мида кенегет мида. А коль шакуль. И весь мир, он построен на принципе, который справедлив и для Синайского завета, и для Нового завета, равновесие. Медаки негит меда. Медаки негит меда. Как сказать по-русски? Мера за меру. Мера за меру. Бетура катув, кибальта макаба айн, тахзирэдзе. Ба! Меда кенегед меда. Получил удар. Верни его, не оставайся в долгу. Леми дубарим кибальта макас тен бахазара. Ты как кесев, кесев. Я думал, игдах ты вынужден. Лё, кесев, тахзир. И не обязательно возвращать прямо ударом. Может быть, у вас и кулаки недостаточно приспособлены. Возьмите деньгами, что вам. А за еще умер. Ото давар, бейзи мишпат ата шофет каха ишфиту гамотха. Ишуа говорит абсолютно то же самое. Судом, которым ты судишь, тебя будут судить тем же судом. Аскан гам катув, кшата осе маасим товим. И здесь написано, когда ты делаешь добрые дела, эт коля маарехет азу шелухим бара, то вся эта система, которую сотворил Всевышний, тахзир лехатов, она вернет тебя, тебе добром. Если ты нарушаешь законы и принципы этой вселенной, и физические, я имею в виду, и моральные, то система научит тебя вести вежливо. Ты получишь наказание. Элохим манишет хаки аба манишет бен. И поэтому написано, Бог наказывает тебя подобно тому, как отец, любящий отец, наказывает своего сына. Ешь, а вот мишугаим. Есть отцы. Мишугаим. Манишим это елет нотним макот рецах.
как мишугаты? Психи, сумасшедшие психи, психи. Отцы психи. Они просто избивают своих детей, и это у них называется и наказанием. Что? Это называется не воспитание, это идиотизм. Аваль, Элухим уле психи. Так вот, нам повезло с Богом, он не псих. Аваль, он иш магия. Но наказание, как в аптеке. Векатув ба эгелет эля ромим. Послание к римлянам написано. Ле эле ше угавим эт Элухим. Для тех, кто любит Всевышнего. Аколь ле тоэлет. Все содействует ко благу. Помните, вы понимаете, это не только хорошие вещи. Все содействует ко благу. Асколи фамим анахну црихим лишанот это гиша шелану ледавар леколька хиюви бахаейну. Так что мы должны немного изменить наше отношение к тому, что происходит в нашей жизни. Велотамит литлунен аба лама карали каха. И не всегда сразу начинать с крика: «Папа, почему мне это получилось?» Или лишоль лама зекара. Или спросить: «Для чего я прохожу то или другое?» О лама макара би локоль кахто. Что внутри меня должно быть исправлено, что я получил то, что я получил? Лецари арав лотамит анахну мавиним. И, к сожалению, не всегда мы понимаем. Велифамим хаонеш хазак. ואני לא רוצה להיכנס עמוק לעניין הזה. Иногда наказание бывает для нас столь сильным, я не хочу в это углубляться. Я сейчас говорю о среднестатистических вещах. И когда мы проходим какие-то тяжелые вещи, כתבי קודש מלמדים אותנו לא לצעוק למה или לשאול מה קורה איתי. И Священное Писание учит нас не кричать «Почему?», а спрашивать, что во мне должно быть исправлено. И теперь, мы живем в стране очень специфической стране. И здесь такая организация, институция есть, называется ортодоксальный иудаизм. А ты медим мазе? Вы знаете, что это? В ислам арбеми дубар тасе, 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 мицва, 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 мицва. И у них очень часто говорят, что при чем тут вера? Надо просто делать заповеди, 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 заповеди. Они мы вин ламаем ярдуле рамазу. Я понимаю, почему они спустились на этот уровень. Кибадерех кляль бен адам бенуни. Потому что среднестатистический человек. Ло роце лавин лама. Ему вообще до фонаря почему? Урак роце инстант кафе. Он хочет и быстрый кофе. Вот скажите, что делать, я сделаю, и все, я ставлю. Азумримло, тасе каха ве каха мицва елеха. И ему говорят, ну сделай так, 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 и так все будет. А мой себе правильно руки и будет тебе. Они лег шавми вакер гишашилем. Я сейчас не собираюсь критиковать их подход. Есть арбе хохма, агав. Есть много мудрости там тоже. А валь они руце лагитше эгерет Яаков. Я хочу сказать, что послание Яакова умерет лану. Нам говорит следующее. Так шиву. Послушайте. Эмуна бли маасим. Вера без дел. Зе клюм. Мертва. Ничего. Зе ото давар. Тасе. То есть он говорит, да, делай. Аваль. Но. Умадгиш. Шанахну црихим лавин маанахну осим. Он подчеркивает, что мы должны понимать какие-то вещи, то, что мы делаем. Вепо они маамин ше руаха кодеш. Мави отану лифней эдгар акшав. И здесь я понимаю так, что Дух Святой приводит нас, ставит перед нами вызов. Ве, анахну лифамим уавим ласот бикорет аль харидим. И мы иногда любим критиковать наших ортодоксов. Аваль, анахну беацмейну ло минасим лавин эх увед олам.
Но мы и сами толком не пытаемся понять, как этот мир устроен. Но в Новом Завете есть очень ясное повеление и требование, что если мы собираемся что-то в жизни в этой делать, первое, что мы должны, это познать Всевышнего. Руханиют. Духовность. Это не только читать Писания и знать их наизусть. Или сделать что-то и записать, поставить себе «ви». Я это сделал. Брита хадаша мавия отану лехова лакир Элохим. Но Новый Завет говорит, что ты должен, это твоя святая обязанность, познавать Бога. Лакирото. Познавать Его. Лакирото. Познавать Его. Вейхад мега хесагим шенитну лану мишамаем. И одно из достижений, которое дано нам от с небес. Ше Иешуа хиктин мирхаг бенейну вебен шамаем ад эфес. Что Иешуа сократил расстояние от нас до небес до нуля. И написано, что через него войдете и познаете. Я хочу вновь повторить. Это недельное чтение, которое мы сейчас учим, и все недельные чтения. Это очень практические вещи. И это вызов для каждого из нас. И я вновь напоминаю вам об этой комнате, в которую ты заходишь и закрываешь за собой дверь. Духовный человек — это не тот человек, который уже годы и годы верит. И это не покрывает его знания священных писаний. Или шипур шилану, но изменение, улучшение наше биколь кивун, во всех направлениях. Бебайт, в доме, бедвар Адонай, в слове, бияхас иманашим, в отношении с людьми, веба авана аргаша еда ладат эт элухим Адонай Элухейну, и в понимании, в чувствовании, в знании ляда ад, соединение с Ним, с Богом. Ладат. Ладат. Адонай Элохейну. Познать Господа Бога нашего. Митафасоти. Кто-то понял, услышал меня? Ладатото. Знать Его. Ладатото. Знать Его. Ата каровелай аба. Отец, ты близок ко мне. Лесиюм. Чтобы закончить. Я хочу сказать что-то важное. Баперек Тейша, в 9 главе, Басефер Дварим, во Второзаконии. Я сделаю это кратко, третий урок. Машве Моше нотен лану דוגמה איך הוא מתחנן עבור עם ישראל לפני אלוהים. Моше напоминает нам как пример того, как он просил и умолял Бога за народ Израиля. מתחנן אבא. Он говорил: отец. למה אני רוצה להדגיש את זה? Почему я подчеркиваю это? כי חלק הזה מאוד קשור לברית החדשה מה שישוע עשה. Потому что это очень связано с Новым Заветом и то, что Иешуа делал. Точно то же самое. И через этот урок. Через этот урок я хочу прикоснуться к такой точке в вас. Чтобы вы не только знали, но чтобы вы чувствовали, что Он сделал для нас. Я тогда пал ниц пред это перектейша пасуки срамвехамеш. 25 стих, 9 глава. Я тогда пал ниц пред Господом и лежал, простершись пред Ним 40 дней и 40 ночей, и умолял Его: Владыка, Господи, не губи народ свой. אתם זוכרים שבמשך כל
40 шана бамидбар. Вы помните, что в течение всех 40 лет пустыни? Ло пам вело памаем. Ни раз и ни два. Ам шелану, агув аль яде элухим. Наш народ, возлюбленный Богом, Ицбен элухим ад ха-сов. Он выводил из терпения Бога до самого предела. Ани хошев шезе агав битуй шел актива. Все-таки я думаю, что это такое фраза такая, образ. Потому что Бог все-таки он дух, и он так вот, у него нервы. У него очень крепкие нервы, если они вообще есть. Я могу вывести из себя тебя, ты можешь вывести из себя меня. Но Бог, он, это другая весовая категория, это вообще что-то запредельное. Но вот здесь написано о Моше. Он умоляет Бога. Перек 32, пасук 32. 32 глава, 32 стих книги Исход. Там написано так. Моше афилу умер мила казу. Он говорит. Им ата роце лалехет негдам. Если ты выйдешь против них. Вебаеври чам катув. Махакани оти месеф сефер шелха. Он говорит, тогда вытри меня, сотри меня из твоей книги жизни. Зе умер и талмуд. Это просто исчезнуть. Локаям. Ты не превратиться в несуществующего. Зафилу поход. Зафилу ютерми ашер шауль бикеш. Это даже еще ужаснее, чем то, что просил Павел, когда он говорил, что готов быть отлучен от Мессии за народ наш Израиль. Шам миштамшим мила махакани. Он говорит. Сотри меня. Закилу лизрок лягам, шебоер баэш, машу ницхи, мехика. Это как будто бы выбросить в озеро горящее огнем, просто уничтожить абсолютно, совершенно. Моше, яда шеу сук шел машиах. Моше знал, что он есть образ Мессии. Веба история шелам Исраэля юарбе мешихим. И в истории народа Израиля было какое-то количество вот таких людей, которые представляли собой образ Мессии. Машиах – это Мишиеш Мишиха. И Мессия – это тот, кто помазан. От слова Машиах, Мишиха – помазание. И есть уровни помазания. Мы тоже все помазаны. Нахон. Но о Иешуа я Мишиха хи гвуа, бигальзе катув, ло Машиах, эле... Но на Иешуа было самое большое помазание, поэтому он не просто Машиах, как все они были, он Ха-Машиах, тот самый. Ава, в гамаюгагаваю гам антимашихим. И такие антихристы были. Как по-русски сказать, если не антихрист? Цурера Машиах, антихрист, противящийся, или они лоиде, антихристы, лоиде. Ладно, антихрист. Лже-мессия, вот. Вот. А вода кигилатит. Медалька. А ты меня мазе цурера Машиах. Вы знаете, кто такой лже-мессия? Зело тамид бехавана. Это не всегда, вот он задается целью, я буду лже-мессией. Ло-ло-ло, лифамим зе мотивация хитова. Иногда это самые лучшие намерения. Ле дугма. Например. Им анахну нихнесим ле... Масея шлихим. Если мы открываем книгу «Деяния апостолов», а тем зохрим аю шофтим это шлихим. Судили апостолов. Кен, боязищу мишпат иуди. Да. Вегамлиэль кам. И когда апостолов привели в Синедрион, и становится Гамлиэль и говорит. Веомер, тишмеу. Послушайте, ребята. Аю квар кама. Уже было у нас несколько лжемессий. Тев, да?
Тевда он называл. Вехад Иуда мигалиль. И Иуда из Галилеи. Вегамба маком ахер катув, а я ехад мицри. И еще был один египтянин, который взял с собой 4000 в пустыню, и там они погибли. Вем хашву шема машиах. И они думали о себе, что они мессии. Канире ахевра эля ю зелотим. И, возможно, эти люди, ребята были зелоты. Ширацу. Кемашиах ласот милхамана гидромим, которые хотели как бы в качестве мессии устроить войну против римлян. Кахая гам бар кохба. И бар кохба то же самое. Уая гам карула в машиах. Раби Акива провозгласил его мессией. Аваль бы суфо шел давар уая сурера машиах. Но в конце концов он оказался лжемессией. Вегама ю мишихим блинешек. И были также мессии, которые без оружия вставали. Цви ле дугма. Например, Шабтай Цви. О, ле дугма, который мусульманином стал. Нахон. Вехачами, короче говоря, в нашей истории было достаточно мессии в кавычках. Они были очень одаренными людьми. И некоторые из них были просто, как это называется? Махер, это да, я понимаю. Авантюристы. Кен, аваль, зе некра цурера машиах. И это называется лжемессия. Аваль анахну руим бакитвей кодеш. И вот мы видим в священных писаниях. Гам элеше баймет мишиха. Мы видим, что те, которые действительно помазаны. Моше. Моше, например. И цели там Израиль. Он спас народ Израиля. Мелех Давид. Царь Давид. Гой мелех шел парас кореш. Ксеркс. Кир. Катув. Тагид ле мишихи корах. Кир, как Катув, известно, был Байшая. Царем Персии. Так вот, написано, скажи царю моему Киру. Лемашиах шили Кир. Скажи помазаннику моему Киру. Машиах. Машиаху. Там написано в лице. Машиах. Машиах. Шеивне бейт амигдаш. Чтобы он построил храм Всевышнему. Аваль по медубар аль Моше. Но здесь говорится о Моше. Веруаха кодеш мави ото ле итахдут им ам. И Дух Святой дает ему единство с народом до такой степени, шумер, махакани мисвареха. Или не трогай их, или просто сотри меня из твоей книги. Ваим анахну ковцим ле бесура аль ядей Йоханан. Если мы перепрыгнем в Евангелие Йоханана, шам басов. В конце там написано. Басов перех швайсре. В конце 17 главы. Еще умер. Шекуляну юдию яхад. И будьте едино. К моше они итха аба эхад. Как я с отцом едины. Вы они итхем эхад. И как я с вами едины. Аз им они эхад итха, вы они эхад итхем, а затем... Ешуа пашут михабер куляну бияхад. И если вы с этим едины, и с этим Ешуа соединяет всех в единство. Аскан анахну кшекурим аль Моше. Итак, когда мы читаем о Моше, махшивот шелану ковцим ле Ешуа. Наши мысли переадресовываются к Ешуа. Отам сирут. Та же преданность. Веота муханут ламут. И та же готовность умереть. Махакани. Сотри меня. Они бати бишвиль ламут авурам. Я пришел для того, чтобы умереть за них. Бишвиль ликацер это дерех бенеха вебен шамаем. Чтобы соединить это небеса и землю, чтобы сократить этот путь между тобой и ими. Ве Моше маскир зелям Исраэль. И Моше напоминает это народу Израиля. Ты душа тем ахувим аль ядей шамаем. Знаете, что вы возлюбленные небес. Лёлишкох брега. Не на секунду не забывайте об этом. Эйн лилим. Нет других богов. Вейшуа махнис леколя кетазе бати ламут авурейхем бетахлес. Иешуа приходит и говорит: я пришел умереть за вас, и это будет реальность. Лехавот. Это мициют шела курбан.
переживать реальность жертвы. Если мы в состоянии это, אז אנחנו קרובים אליו. То мы близки к нему. אז הוא קרוב אלינו. И тогда он близок к нам. אז רוח הקודש יכול לעבוד בנו. И Дух Святой может работать внутри нас. אני רוצה להתפלל עוד קצת. Я хочу еще немного молиться. בוא נסגור עיניים שלנו. רמי, אתה יכול לנגן משהו עדין כזה? כל הלילה ערב השיעה תודה לך, אבא. Благодарим тебя, отец. עבור האנשים המיוחדים האלה ששלחת. За этих особенных людей, которых ты послал. אנחנו חייבים להגיד שאנחנו גם מיוחדים, אבל לא עד כדי כך. Мы можем сказать, что мы тоже особенные, но не до такой степени. אבל בחרת אנשים מיוחדים. Но ты избрал особенных людей. שעשו הכל. Чтобы, которые сделали все, чтобы приблизить нас к Тебе. Чтобы мы могли сказать, да, вау, я действительно это вижу. И я хочу быть частью этого. Я благодарю Тебя за Иешуа. שאמר על משה, משה עשה כמוני, אני עושה כמוהו. Который сказал, Моше сделал то, что сделаю я, и я делаю то, что хотел Моше. אני מדבר על רוח המשיח. Я говорю о духе Мессии. קורבנות. Жертвенности. יכולת להקריב. Способности принести себя в жертву. אבינו שבשמיים, תעזור לנו. Отец наш, который на небесах, помоги нам. להרגיש את זה עבור אנשים מסביבנו. Чувствовать это по отношению к людям, которые окружают нас. תסיר מאיתנו אגו, אגואיזם. Убери от нас эгоизм. תעזור לנו להרגיש אותך. Помоги нам чувствовать тебя. אני מודה לך עבור מתנות רפואה. Я благодарю тебя за дары исцеления. אבל אני עכשיו מדבר על הרצון שלנו להתקרב אליך. Но сейчас я говорю о нашем желании приближаться к тебе. שזה הכי, הכי קדוש. Это самое святое, что только может быть. מלך דוד אמר, שיביתי אדוני לנגדי תמיד. Царь Давид говорил, всегда я видел Господа одесную себя. Кто может сказать из нас такие же слова? Я молюсь, Господь, о том, чтобы мы да могли это сказать. Всегда я видел Господа по правой руку от себя. Это больше, чем всякое чудо. Омар, אחד ביקשתי. Одного он говорил, я просил у Господа. להיות בהיכל הקדוש שלך. Пребывать во дворах храма твоего. ולספוג ממך. И получать от тебя, впитывать לפעמים, от тебя. לפעמים אנחנו מחפשים להיות אקטיביים. И мы часто ищем каких-то активностей. זה נכון, זה טוב. Это хорошо, это правильно. ואולי מישהו מחפש מדיטציה, זה גם טוב. И кто-то ищет медитативных состояний, это тоже хорошо. ומישהו מחפש ללמוד. И кто-то ищет, чтобы углубиться, изучать какие-то вещи. אבל אני מתפלל על רגע מפגש אחרת. Но я сейчас молюсь о мгновениях, когда мы можем переживать реальную встречу с Ним. Шивити Адонай ле негди тамид. Всегда я видел пред собой Господа. Ани руце лиот ба эхала кадош шелха. Я хочу быть в святом храме Твоем. Ве ло хашува эйфо ани немца. Аллилуйя. И неважно, где я нахожусь. Ба авода, на работе ли, на дома ли, ба лемида, на учебе, асифа, на собрании, במטוס, в самолете, במטלחת, в ванной. אני רוצה ששם בפנים, я хочу, чтобы внутри אתה תייחד איתי, чтобы ты соединялся со мной. והייתי מרגיש אותך.
и чтобы я чувствовал Тебя. Абашел Алла квар маргишел ухим бамлоо. И папа Аллы, он уже в полноте чувствует, переживает Бога. И наши родители, те, которые уже не с нами, они чувствуют это. Аваль ихад мя итгарим агдулим. Но один из самых больших вызовов. Безмана хаим. Во время жизни. Ласот бихира. Сделать свой выбор. Веласот цад. И сделать шаг. Бишвиль лихавото то. Чтобы прославить его. Везело кабала. Это не кабала. Чтобы прочувствовать его. Зело, это не кабала. Зело зор. И это не зор. Зе Иешуа. Это Иешуа. Адон. Адон Иешуа. Господь Иешуа. Талмидим билу итха шлош шаним. Твои ученики провели с тобой 3 года. ובטוח לימדת אותם הרבה. И ты, я уверен, их учил их многому. אבל קטע שם לא הייתה לימודים. Но главное там было не учеба. Или לחוות את השמיים. Но переживание. Переживание небес. Они тоен שאתה Иешуа אמרת. Ты, Иешуа, сказал, я утверждаю это, שאתה תשלח רוח הקודש, что ты пошлешь Духа Святого, и Он научит нас этому переживать Бога. И все, многое в нашей жизни это через удовлетворение. Люди много работают для того, чтобы получить достаточно денег, чтобы быть удовлетворенными. Спортом занимаются, чтобы сделать себе красивое тело, так и получают удовлетворение через это. Есть разные вещи, которые мы можем делать, чтобы получать удовлетворение. Иногда это влечет нас к глупостям, к греху и так далее. Аваль ешь эмет басипук. Но есть истина в удовлетворении. Зеха цимаон шела нефеш лейлуим. Это жажда, наша потребность по Богу. Они митпалель Аба. Я молюсь, Отец. Шаль ядей пиула шел руаха кодеш. Чтобы через действие Духа Святого. А та титен лану сипук ли цимаон азе. Ты дал нам удовлетворение этой жажды. Мише раев бойлай. Тот, кто жаждет, приди ко мне. Мише цаме того ванитен ве нахалей маим хаим изрыму микербеха. Тот, кто жаждет, приди ко мне, и из в чрево, бонамот, бонамот. Чрево такого человека потекут реки воды живой. Давайте привстанем. Авину шебешамаем. Дед, Отец наш, который на небесах. Митпалель шеруах акодеш. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой. Тухал лавод ба левавод шелану. Смог бы работать в наших сердцах. Велави утану лиитгалут хадаша. И привести нас к новому откровению. Лиитгалут хадаша. К новому откровению. Лиот баемет руханиим. Быть действительно духовными. Ле фанатим. Не фанатиками. Эле руханиим. Но духовными. Им ор. Со светом. Ор шел Машиах, алейну. Светом Мессии внутри нас. К Моше, зухрим, Моше ярад миар, веарош шелу ая боэрет. Как вы помните, Моше, когда спустился с горы, лицо его светилось. Эгоизм, зедавар, ра. Эгоизм — это то, что гадкое в нас. ואם אתה מרגיש שרוח הקודש עכשיו משימה אותך בגאווה, если ты чувствуешь, что, если ты чувствуешь, что Дух Святой обличает тебя в гордости, просто, может быть, это хорошее время, чтобы поклониться и признать и покаяться в этом.